Сурской районной больнице проходит большая ремонтная кампания. Работа затронет педиатрическое и терапевтическое отделение, детскую консультацию и пищеблок. С планом работы ознакомился глава региона во время рабочей поездки в муниципалитет. Начнут с переоборудования детского отделения. На ремонт планируется затратить больше 3,5 миллиона рублей. Торги пройдут уже в этом месяце. 670 тысяч на внутренние работы. В частности, чтобы регистратура была открытой. Вот. И плюс будем делать дополнительный вход для того, чтобы развести потоки здоровья с больными, чтобы не было общения. Вопросы финансирования работ других корпусов рассмотрят при формировании бюджета на следующий год. А пока к приему пациентов готово отремонтированное хирургическое отделение. На сегодняшний день идет завоз мебели. Вот. В частности, поступили шкафы, тумбочки прикроватные, табуретки, стулья. Осталось завести кровати. До конца года в рамках регионального проекта развития первичной медико-санитарной помощи для больницы закупят передвижные фельдшерско-акушерский пункт и флюорограф. Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.